Сегодня российский город Сочи стал центром международной политики. Президент Беларуси, который находится там с рабочим визитом, встретился с лидерами России, Турции и Ирана. Ранее Владимир Путин, Раджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в рамках трехстороннего саммита рассмотрели вопросы, касающиеся ситуации в Сирии. Официальная Москва, Анкара и Тегеран выступают гарантами исполнения Астанинских договоренностей. Встреча же в таком расширенном формате, в неформальной обстановке, стала хорошей возможностью для лидеров обсудить актуальные вопросы международной проблематики. Тем более, что не только с Россией, но и с Турцией, Ираном и Сирией Беларусь связывают давние дружественные отношения как в политике, так и экономике и в сфере гуманитарного сотрудничества. Беларусь сама, имея статус миротворческой площадки, всегда выступала с четкой позицией о необходимости скорейшего урегулирования локальных конфликтов на планете и противодействия терроризму. О чем наш президент говорил с лидерами тройки, как развиваются двусторонние отношения с этими государствами и каковы итоги саммита по Сирии. Из Сочи репортаж Ольги Макеев. Сегодня в Сочи трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса. За этим сложным названием, которое фигурирует в СМИ, мирные цели прекращения гражданской войны в Сирии. Переговоры еще два года назад инициировали три страны – Россия, Иран и Турция. И первая встреча прошла в столице Казахстана, поэтому процесс и называют Астанинским. На уровне президентов такой саммит собирается уже в четвертый раз. Повестка встречи Путина, Эрдогана и Роухани была известна заранее. Среди ключевых тем – ситуация в Идлибе. Пока это крупнейший регион Арабской Республики, в котором все еще действуют террористические группировки. Обсудили и формирование Конституционного комитета, который займется разработкой нового основного закона Сирии. Мы сделали большой шаг вперед для продолжения политического процесса в Сирии и установления там перемирия. Нам удалось сохранить принципы Астаны, несмотря на провокации. И это самый успешный процесс для прекращения кровопролития. Путем диалога нам удалось преодолеть многие барьеры. Говорили президенты и о том, что будет после ухода из Сирии американцев. Штаты обещали вывести войска в ближайшие месяцы, но, как констатировала сегодня Астанинская тройка, пока изменений на территории нет. Иранский лидер Хасан Роухани общей целью Москвы, Анкары и Тегерана назвал борьбу с терроризмом и снижение напряженности в Сирии. А Владимир Путин призвал международные организации помогать сирийским беженцам. Кстати, только за последние полгода на родину вернулись более 130 тысяч сирийцев. Если все заинтересованы в том, чтобы беженцы вернулись к своим родным очагам, то нужно сделать все для того, чтобы условия их жизни были достойными, человеческими. А ситуация в Сирии непростая. Локальный конфликт вылился в затяжную войну, которая длится с 2011 года. Это большое испытание для жителей страны. Погибли сотни тысяч человек. Разрушено 70% инфраструктуры. Присоединиться уже к неформальной части встречи участники саммита по Сирии пригласили и президента Беларуси. Официальный Минск – это уже не просто переговорная площадка, а полноправный инициатор мирных процессов. Да и в сирийском вопросе цели ведь едины. Беларусь тоже заинтересована в спокойствии в этом ближневосточном государстве и помогает не на словах, а на деле. Уже не первый год сирийские дети, которые, несмотря на юный возраст, прошли через сложные испытания и знают, что такое боль войны, в Беларуси получают оздоровление. Не раз из нашей страны отправляли гуманитарные грузы. А опыт белорусских строителей вполне пригодится в восстановлении и развитии сирийской инфраструктуры, возведении школ, больниц и дорог. Логично, сегодня президенты обсуждают и двусторонние отношения. Что касается Турции, торговля с этой страной уже не первый год держит позитивный тренд. За 2018 – 983 миллиона долларов. Вплотную подобрались к миллиарду. При этом на треть вырос белорусский экспорт. В нашу страну активно инвестируют турецкие компании. Среди таких примеров – приобретение Тюркселом 80% акций нашего GSM-оператора, а в производстве текстиля с турецкой компанией сотрудничает и Комволь. Турция в свое время увидела в Беларуси большой инвестиционный потенциал. Мы получили больше миллиарда долларов турецких инвестиций. Множество инфраструктурных проектов, логистические центры, гостиницы, строительство просто по заказу международных корпораций на территории Беларуси. Все это, конечно же, принесло и приносит турецким бизнесменам выгоду от их присутствия на территории Беларуси. И в силу этого я уверен, что ожидания турецких инвесторов, которыми не приходили в свое время в Беларусь, оказались оправданными. А вот в торговле с Ираном цифры товарооборота пока не так велики. За прошлый год чуть больше 60 миллионов долларов. В середине 2018-го, встречаясь в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, Александр Лукашенко и Хасан Роухани такие проблемы в белорусско-иранских отношениях обозначили. И Минск, и Тегеран трудности намерены решать.
Сегодня Иран – это четвертая экономика исламского мира и одно из самых технологически развитых государств в регионе. Индустриальная страна с мощной нефтедобывающей промышленностью. Тегерану интересна и евразийская интеграция. Иранский парламент в ближайшее время планирует ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. А это как раз-таки позволит увеличить товарооборот со странами пятерки за счет облегчения таможенного режима. Важный момент – это геополитическое расположение Ирана в исламском мире. На Персидском заливе граничит со странами СНГ, а также геополитическое расположение Беларуси. Для многих стран, в том числе и для Ирана, это очень важно. Поскольку у двух президентов очень положительный взгляд на развитие отношений между двумя странами, мы уверены, что в нынешнем году сотрудничество станет еще лучше. Завтра Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат обсуждение белорусско-российского сотрудничества. Накануне наш президент проанонсировал предстоящую встречу на площадке образовательного центра «Сириус» в Сочи. У нас действительно есть возможность и поговорить по вопросам не только экономики, но и по гуманитарным вопросам. Мы с вами, честно говоря, редко говорим только в рамках союзного государства, но на уровне двух президентов. Пригласим министров в «Сириус», мы создаем технопарк детский. Я уже вам тогда сказал, когда вы замыслили «Сириус». И на выходе у нас технопарк, поэтому как раз это к месту. Центр «Сириус» находится в прибрежном олимпийском кластере Сочи. Как раз на базе объектов зимних игр и проходят обучение юные таланты. Это и будущие спортсмены, ученые, музыканты и даже артисты балета. К обсуждению гуманитарного сотрудничества двух стран присоединятся министры образования, культуры и спорта. Ольга Макеева, Виктор Шпак и Антон Малюта, агентство теленовостей «Сочи, Россия».